В Чувашии появятся транспортно-пересадочные узлы. Соглашение об этом подписал глава республики Михаил Игнатьев и начальник дирекции железнодорожных вокзалов. Транспортно-пересадочные узлы будут нести общественно-деловую функцию. Их создадут на базе железнодорожных вокзалов и автостанций с обустройством прилегающих к ним территорий. При строительстве ТПУ будут использованы инновационные технологии и современные системы управления. Это позволит создать комфортные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой. При обустройстве прилегающих территорий планируется основной акцент сделать на обеспечение безопасности населения, включая организацию движения, парковку общественного и личного автотранспорта. Кроме того, в проектах ТПУ будут реализованы современные инженерные решения, которые помогут людям с ограниченными физическими возможностями, пассажирам с детьми и пожилым гражданам передвигаться с меньшей затратой сил и нервов.